камнем на макушке, сапожки с каблуками, ладошки с кулаками. Я по городу хожу, за безобразиями слежу. Как безобразие увижу, безобразника обижу. О, а вот и он, ответственный товарищ безобразник. Ну-ну-ну-ну-ну. Хорошее дело сделали мы. Вот наградили достойных журналистов наших. Профессионалов, которые правильно пишут, советуются и народ не будоражит всякими разоблачениями. Всем сестрам по запятой, золотой. Это уж точно! Покормили-прикормили там изрядно, даже водочку сами разливали, чтобы журналисты не утруждались, а запятили всех на славу. А вы кто такой? Я вам не назначал. Выйдите отсюда, выйдите. А я журналист «Новой газеты», Дубинка. Уйдите, уйдите отсюда. У нас есть свои журналисты, мы с ними дружим. Кормим, поим, тексты подсказываем. Ах ты зажравшийся тип. Твои журналисты, кроме фуршетов и пресс-конференций, ничего не видят. Когда им о людях-то рассказывать, если они за тобой хвостом ходят? Вот тебе, вот тебе.